Андрей Юрьевич, Солнечногорское телевидение, Олеся Забелина. В графике вашей сегодняшней поездки значился прямой эфир на нашем телеканале. Это СТВ, программа «Важная тема». Мы анонсировали эту встречу, люди вас очень ждут. Но сегодня пришла информация о том, что эфира не будет. Если это правда, скажите, пожалуйста, по какой причине. Если нет, мы готовы вас сопроводить, приглашаем к нам. У меня проблем с эфиром нет. Просто, может быть, юристы смотрят сейчас особый режим. Тут тоже нужно аккуратно. Я могу только по своей служебной деятельности сейчас заниматься. Я же кандидат, знаете? Конечно. Вот. И поэтому здесь, может быть, они уже страхуются и на воду дуют, чтобы не злоупотреблять. Потому что, как вы видели, все два часа, я не знаю, сколько мы работали в зале, работали камеры, и это было абсолютно открыто. Поэтому, если вы приглашаете меня персонально, то я обязательно к вам приеду. Проблем здесь нет. Просто часто люди очень недовольны, когда раньше времени уходишь. И говорят, зачем прямой эфир, значит, разговаривать с ведущей, даже если она очаровательная Олеся, да? Не лучше ли поговорить с людьми вот так напрямую? Вот как бы весь мотив. Я думаю, другого-то и нет.